Сейчас я вам покажу, как начинается мой зимний день. После завтрака мне надо отвезти домой дрова, так как мы имеем большой камин и пользуемся им каждый день. У нас декабрь и пока нет снега, хотя обещали, будем ждать. Супруг приобрел в этом году электротележку, и с ней очень удобно перевозить дрова и большая помощь в саду. И как мы раньше без нее жили? Thank you.